Надо срочно запускать проект. Наш Гриша сорвался. Он человека украл. Она меня чуть не убила. Был суд, она села. Как бы? Моя дочь совершила преступление, и она должна понести наказание. Не могу, на маникюр опаздываю. Так, у меня идея. Погнали в Париж, устриц пожрем. Наш мальчик испытал гнев, не думая о последствиях. Перевоспитаем эту мажорку. Мажорство! Не доработала я с Гришей. А что мы с девчонкой-то делать будем, а? А без девчонки-то ничего и не получится. Женщина устроена иначе. Это вера в чудо, в сказку. А чудо? Вот в этом. Да, и ровно в полночь мажорка превращается в тыкву. Рот закройте, никто не спрашивал. Батюшки. Вчера приснилось мне. Какой-то богатый чувак, да? Жених. Прошу меня простить, был не в курсе, что у вас в доме еще одна барышня. Мне бы хоть ваш голос услышать. А вы стулом поскрипите, практически то же самое. Да, Катюш? Гениально! Всегда быть рядом не могут люди. Бонжур, дамы. Быть вместе не могут. Папа, Екатерина, Екатерина. Шарман. Мерси. Разрешите вас пригласить? Я вообще-то не готовился танцевать. Паша, не хочешь, не танцуй. Что значит не танцуй? Встал и пошел. Скажи, зачем же тогда мы любим, скажи. Мне масштаб нужен, мы же ее к подвигу готовим. Беда! Беда, господа! Французы на пороге! Исчезнет разлук во вселенной этой. Не исчезнет потерь во вселенной этой. А вновь найти любовь, найти всегда. Наполеон Бонапарт вас приветствует. C'est toute l'histoire qui a pour lieu. Paris la belle, mon de Dieu. Это что он несет? Это же из Нотр-Дам-де-Пари. Он текст не выучил, вот тупо песню шпарит.